простая, натуральная, минеральная, для каждого найдется индивидуально. Здорово всем нахрен, с вами пацаненок, нам батон и Сидрон Дрончик, мазфак и бич. И сегодня у нас будет обзор нахер на минеральную воду и Эвиану, такую вот нахер. Да, понимаю, давно не было обзоров на минеральные воды, ядрить, наверное, больше года уже мадрить. Вот, но я обещал нахер, что будут обзоры в этом году на минеральные воды, и теперь они, блин, каждую неделю нахер будут выходить, вот начиная с этой недели, следующей и так далее, короче. Вот, и выходить они будут только на втором канале, потому что первый канал я решил отдать нахер под жесткие приколы, там фильмы, разные концерты жестокие. На втором канале будут менее жестокие приколы нахер, но вот такие точно будут, как сейчас вот. И сегодня же нахер водичка наша для обзора — это Эвиан. Я ее на самом деле уже пью несколько лет периодически, но, на мой взгляд, это далеко не лучший выбор для обзорщика на Батуна Руси, да и вообще для обычного пацана, потому что у нее есть ряд плюсов, но все-таки минусов, на мой взгляд, гораздо больше. Давайте сначала пройдемся по дизайну данной упаковки. Это у нас 0,33 литра. Помимо этого также присутствует 0,5 литра нахер, 1 литр уфан нахер, баклажка, 1,5 литра тоже бутыль присутствует. И, конечно, присутствует 0,750 нахрен миллилитров, это для пацанов, которые идут в зал нахер прессок качать, бицуп качать там жесткий, короче, херачат по 300 подходов, блин, и потом покупают Эвиан нахрен себе и херачат ее залпом, блин, бутылку, вот. И данная бутылка, я уже говорил, 0,300 миллилитров, и внешний вид у нее весьма интересный, на мой взгляд, я предлагаю вам посмотреть. На заднем плане, как вы можете нахрен наблюдать, присутствуют различные нахер фиговины, разноцветные нахрен, всякие звездочки жопные, очком мамонта какой-то нахрен, горы сраные, покоренные, блин, вот всякие такие штуки, вот такие вот. Ну, короче, прикольно, мне нравится лично, вот такое очко мамонта здесь, это задето нахрен отдельный респект. В общем, по дизайну упаковки все очень даже непосредственно. Вот, и это лимитированная коллекция нахер, но не ведитесь на эту пургу на самом деле, их уже, наверное, год продают, это вот лимитированную нахер коллекцию, так что это дичь полнейшая, вот. И разработала нахер эту херню какой-то боец нахер, Чейра Феррарени какой-то пацан нарисовал жесткий, и вот такой говно тебе на бутылках, ну прикольно, я ничего не говорю. Ребят, далее я хочу обратиться к стоимости. Покупал нахер это магазин Азбука Вкуса, город Москва, и стоимость у нее там жесткая, 95 рублей, потому что в нормальном магазине можно купить там карусель нахер, Ашан можно вполне за 65-70 это говно найти. Так что не покупайте это нахер в Азбуке Вкуса, потому что там пипец стоимость заламывают. Вполне можно за 65-70 найти эту воду. Вот, но эта стоимость все равно, я считаю, не самая лучшая для данной водички, потому что она этого не заслуживает. Допустим, тоже нахер. Святой источник стоит 20 рублей нахер, но он на мой взгляд по вкусовым особенностям гораздо нахрен интереснее. Я не покупал эту воду, наверное, уже 2 месяца. Давайте оценим, изменилось ли что там нахрен в ней за это время. На нахер, конечно, нахер драгоценнейший, водичка осталась та же самая, поэтому сейчас будем вести нахер разнос минеральный жестокий, потому что это вода, ее просто надо отлупить нахер по жопе ремнем, блин, вот так вот, берешь нахер, да, вот просто херачишь по ней, потому что стоит 75 рублей нахер, а вкус у нее вообще, блин, никакой, ну просто какая-то нахер пустая вода без всего. Без каких-то интересных привкусов. То есть такая херня, вот есть как у нас Святой Источник даже тот же самый. Какой-нибудь Fiji Water, но он дороже стоит, но все равно нахер. Там есть какой-то интерес, какой-то прикол есть. А тут никакого прикола нет в этой воде. Просто говно. Ну не как из-под крана, конечно, но херня, короче, невкусная вообще. Есть только с точки зрения вкуса один плюс у этой водицы, то есть она очень мягкая, так же как и один раз я обозревал воду Hilton Delight Full Steel, вот это даже лучше в этом плане, она еще мягче, вот. Вследствие с тем она нахер хорошо подходит для приготовления чайных напитков, кофейных напитков, вот. Но просто так это хлестать за 70 рублей нахер, вот это вот говно я вообще не представляю, в чем прикол. Понятия нахрен не имею, так что лучше покупайте нахер нормальную минеральную воду. Так,
Блин, конский форест, он засел же. Короче, покупайте святой источник, нормальный вроде вода. Да, покупайте его пока, сейчас пока еще. Доктрина минеральная находится в разработке на данный момент, но скоро все устаканится. Пока, короче, хлещите святой источник, потом что-то решим. Вот. Я живу полной жизнью и ценю каждое ее мгновение. В ней нет места боли. И поэтому у меня всегда с собой Найсгель. Моя жизнь. Мой Найсгель. Ну что ж, кореша драгоценные, а по случаю нахер обзора на Эвиан я подготовил специальную песню, в которую нахрен будет вложено нахрен мнение про эту минеральную жесткую воду, мягкую, ну, то есть воду, вот. И чтобы вы помнили, как надо к этой воде относиться, песня в жанре рок, пацаны, и сейчас давайте нахрен исполним ее. Такой вот нахрен рок номер небольшой, вот, но парни, давайте подведем теперь еще такой прозаический нахрен итог, что можно сказать по этой воде. Ну конечно, упаковку они нахрен красивую сделают, то есть пацан идет какой-то в магазин, который ни разу я не пил, блин. Он ее, конечно, купит нахер, но вот когда он ее попробует, он очень сильно разочаруется, он подумает, что его просто обманули, какой-то придурок сидит там. Во Франции француз какой-то, блин, сидит, наебывает русских пацанов нормально. Это что вообще за беспредел? Я считаю, это неправильно то, что. Такая ситуация в мире происходит, то, что такое говно за 70 рублей, даже 95 кто-то додумывается такое говно продавать, это вообще неправильно. Поэтому покупайте нормальные российские минеральные воды, не выпендривайтесь со своим вот этим вот говном, нахер. Покупайте нормальные минеральные напитки. С вами был пацанчик на батуне, Руси Дрон Дрончик, подписывайтесь на канал Дрон Моча, ставьте жирные пальцы вниз и до новых встреч, блин.